EA Games. Challenge everything. Последняя попытка китайского командования захватить исследовательский. Сегодня генеральный секретарь еще раз по сообщениям американских и китайских радиостанций. Подобные заявления не более чем беспочвенные надежды. Нанесли ощутимый удар противнику. Их ученые продолжают исследования в центре Байконур. Дела просто проводит реорганизацию командования. Глаз на стиле местной ракеты недавно разработаны. Парализовавший основные силы Гла. В ответ на новые угрозы со стороны уцелевшего командования Гла. Теперь они нацелены на Европу, где уже началась эвакуация населения. Более достоверная информация из наших источников свидетельствует. Ребят, я всех вас приветствую, вы на канале S Game Street, с вами Рауль. Мы начинаем новое прохождение, а именно Command & Conquer Generals Zero Hour. Или же просто Command & Conquer Zero Hour. Короче, как видно по названию, это дополнение к Command & Conquer Generals. Вот. В принципе, больше говорить нечего, можем приступать прохождению, ребята. Так, индивидуальная игра. Сначала пройдем кампанию за США, потом за Мао, а затем за Китай. Погнали, да? Нормальная сложность. Какое слишком нудное вступление у них. Где-то в Южном Казахстане. По пути на Байконур. Блин, игрушка старенькая, выглядит вообще прикольно. Так, это мотоциклисты, да, как я понимаю? Там катсцена была, через текстурку вот такой вот баг получился. Некоторые места не были видны. И деревья были в воздухе вообще. Этим всем легендарным играм не хватает одного в наше время. Это ремастера. Даже не ремастер, а ремейк, блин, полноценный. Военно-морская база США. Северная. Ну там не дописали, я не дочитал. Все, там северное что-то, наверное, Байконур, да? Угу, это наша база. Сейчас они ебнут по нашей базе, да? Отвечаю. Ага, тревога. Здесь уже нужна система ПРО. Противоракетная оборона. Ой, бля. Трындец всему. Возвращением, генерал.
ГЛА запустили ракеты с космодрома Байконур. Они готовятся ко второму запуску. Южный Казахстан. Операция «Всемирная безопасность». Эта ракета очень ослабит наши позиции в Европе. Нам важно устранить эту угрозу. Хорошо. Нам известно, что следующую ракету будут доставлять на космодром поездом. Первым шагом в выполнении нашей миссии будет захват этого состава. Если мы перехватим поезд, то сможем с его помощью пробраться на базу. Разведывательная база США вдали от Байконура, Южный Казахстан. Удачи, генерал. Так, спасибо. Хорошо, я понял. Так, я сохранюшка. Первую накатку сделаю. Я разучился, блин, генерала играть. Сколько времени уже не гоняю. Так, беру сразу первое улучшение там. Потом. Что же, собственно, потом? Потом мне нужны ресурсы. Наладить с ресурсами проблемы. А что-то построить я могу вообще? Можно улучшить электростанции, в принципе. Так. Мне нужен трактор. Для постройки чего-то. Но его мне, к сожалению, не дали. Да ладно, давайте сделаем обычных танков, томагавок. Томагавки, да, называются? Нет, это паладины. Шипхаммер. Вся эта армия строится, как говорится. Да, больше ничего у нас нету. Нам не дают что-то строиться еще, к сожалению. Но у нас есть в запасе вот эти штуки, не всевышки. Так что, хорошо. Это первый уровень. Я думаю, он с нами жестко не обойдется. Потому что я, блядь, не помню, я месяцев 6 или 3-4 назад, блин, мы с вами проходили Generals. Я уже многие вещи подзабыл. Время до следующего сброса. Сюда нам ресурсы сбрасывают. Надеюсь, не очень громко, если что, я в следующую часть убавлю громкость, ребята. Ладно. Так. Сохранение сделаем, пересохранение, то есть. И погнали, давайте на атаку. Так. А что за красные точки здесь у нас? Бункер китайцев, да, наверное? Стопудово. Мы защищаем наш народ. Это правое дело. Можете рассчитывать. Это будет честью для нас. Мы идем. А если после уничтожения бункеры не появляются, интересно? Ах ты, сука. Уничтожай. Отлично. Сохраняюсь сразу. Ох уж эти старые игры с своими сохраняловками. Можете рассчитывать. Мы боремся за мир. Могу подвести на колени. На колени. Это будет забавно. Это будет забавно. Вот у него акцент, да? Прикольный. Эта штука зенитное орудие, она хорошо справляется с пехотой. А, во, бункер построился сразу. Ха-ха-ха, давай. Хотите еще чего-нибудь? По-моему, неплохо. Это будет забавно. Не тратьте боеприпасы понапрасну. Осторожно! Так, уничтожьте этот ракетный комплекс. Сейчас я сохранюсь еще раз. Отлично.
Ой. Значит, захватите ЖД-станцию. Ха-ха-ха, давай! Еще! Прорвались на севере! Ха-ха-ха, давай! Транспортные отряды 1 и 2 приближаются к зонам выставки! Да! Всегда готов! Выполняй задачу! Хорошая работа, генерал! Отправляйся! Состав захвачен! И что? Теперь нам нужно собрать силы, достаточные, чтобы уничтожить базу зла. Ой, бля. Погрузите в поиск ваши лучшие подразделения. Сейчас я сохранюсь. После этого сделаем все, что необходимо. Поиск отправится, когда будет полностью загружен. Давайте, ребят, давайте. Грузитесь и пойдем как троянский конь, хорошая, да? Работа, генерал. В ихнюю базу. Загружен. Наверное, куда-то к ним в тыл идем, да? Ух ты, они сразу начали меня атаковать. Пиздец, бля. Вы что, ребята, ебанулись, что ли? Нашим целью является база зла. Уничтожьте ее, и операция будет завершена. Выполняю приказ. Это его встряхнет. Ну, мы у них прямо в базе, так что... Уничтожаем... все, что... нам не нравится. Эти бункеры, шмункеры. Погнали. В эту сторону. Сохранение еще одно. Все будет, не волнуйся. И все, уничтожим. Юнит потерян. Доложить обстановку. Я на открытом месте. Звено Альфа. Район чист. Действуйте. Угу. Бомбардировщики. Давайте бомбардируйте. Доставка грузов. Это Б1, по-моему, бомбардировщик. Нортроп Б1, по-моему, так называется он. Вы победили. Вы одержали победу. Отлично. Я бы даже сказал, супер. Продолжаем. Кечки. Авианосец флотилии. Продолжайте огонь, берегов Сомали. Вас понял, авианосец. Увеличивает плотность огня потока. Аккуратнее там. Нам не нужно разносить сектор Эмали. То есть мы добиваем, да, этих глашников или как там? Мау. Крутой у нас авианосец, смотрите. Наверное, в 22 рапторы. То
Хотя они слишком низко опустились. Все доки чисты. Никаких глав. Наш авианосец линкор в вашем распоряжении на время проведения этой операции. Угу, спасибо. Я вас понял. Нашей задачей будет удержать их, пока не прибудут. Хорошо. Будут грузовики. Защите доки. Защите прибывающие грузовики снабжения. Доступна поддержка с воздуха. Авианосец, группа сопровождения. Постарайтесь свести потери среди гражданского населения к минимуму. Я неправильно сработал. Никаких препятствий. Уже иду. Я возьмусь за все, что бы вы мне не дали. Куда идем? Так, все вот стрельнем сейчас. Ну, простая, однако, операция будет, мне так кажется. Постарайтесь свести потери среди гражданского населения к минимуму. Куда они пошли, интересно? Так, я могу пользоваться, интересно, самолетами? Авиация на связи. Ага. Юнит потерян. Я пользоваться не могу, к сожалению. Здесь снайпер. Работаю. Авиация на связи. Ага. А приказ авиации я могу дать. Понятно, как это работает. Хотел уточнить это всего лишь. Сейчас еще раз сохранюсь. И пойдем на атаку. Скрытая цель. Погнали, погнали, дорогие. Прибыл один грузовик и 10 грузовик со снабжением. Понятно. Приближаюсь. Оставим свою метку. Хочешь увидеть огонь? Это будет забавно. Отсюда будет хороший вид. Мне не терпится разнести что-нибудь в дребезги. Давай, бомби по нему. Нужно обезопасить склад, но не следует забывать и о безопасности дока. Мы засекли цель. Спецвойска прибыли. Вхожу в здание. Да-да, входи в здание. Сохраняемся. Постоянно надо сохраняться здесь, блин. Вдруг что-то... неверно пойдет или что-то еще будет. Угу. Они нам будут временами давать подкрепление, все такое. Наши корабли. А интересно, где доки-то, которые мы должны охранять? Это чуть мне непонятно. Вот, наверное, вот эти доки, да? Подходит подкрепление, генерал. Хорошо. Пусть подходит. Всегда готов. Занимаю новую позицию. Отправляюсь. Да, идем, идем. Будем закрепляться в зданиях, где попало. Вот этих ребят надо отправить сюда. Прибыло 4 из 10 грузовиков. То есть у нас гуманитарная миссия, одним словом, да, боевая гуманитарная миссия, охрана, все такое. На этом моменте тоже сохранюсь. Хули. Никогда лишняя накатка не помешает. Ребята, запомните. Я готов. Найти подходит подкрепление, генерал. Всегда готов. Так. Заходим. Занимаем здание. Хожу в здание.
Все эти здания надо занимать. Все готово. Здесь на всех хватит. Я справлюсь. Это эти районы. Надо идти занимать все. Юнит потерян. Ничего, ничего. Херня это все. Все видно. Иду в укрытие. Подходит подкрепление, генерал. Поздравляю, генерал, вы получили повышение. Отлично. Беру. Принял, как говорится. Я готов. Занимаю новую позицию. Занимай, занимай новую позицию. Нужно. Не знаю, даже вот в это здание засесть, что ли. Я открою огонь. Иди в укрытие. В эти здания засесть. Спецвойска прибыли. Закрепиться в городе. Так, сюда я бомбардировку сделаю. Двойной. Удар пусть будет. Вот так. Давайте-ка разведчика отправим. Наверх куда-то. Пусть пойдет поразведует. И сохранимся. Хули там что выйдет сейчас, блин. Как фантка Мана Кангуар, я знаю, блин. Сюрприз только впереди нас ждет. Подходит подкрепление, генерал. Так. Ебанем давайте. По всем этим частям. По двойному даже можно ебануть. Вот так. О, у них здесь база. Я же говорил. Патрулируй побережье. Сохраняюсь. Блять. Как там обстоят дела с... Прибыла. 9-7. Хорошая работа. Все грузовики добрались до доков. Теперь сопроводите их в город. Так, а где? А, вот эти грузовики. Понятно, понятно. Сейчас еще раз здесь сохранюсь, блин. Я знаю, куда их надо сопровождать. Все, конвои идут. Так, ребята, помогайте. Сохраняюсь. Будем патрулировать их с вертолетами. Бери курс на новую точку. Бери курс на новую точку. Ну, слава богу, достаточно сил. Высоту не набираю. Воздушное прикрытие обеспечено. Найти и уничтожить здание Мау в горах. Сейчас. Сначала надо сопроводить все эти грузовики снабжения. Бери курс на новую точку. Еще подкрепление мне подкинули. Прибыл наш бульдозер, сэр. Начинайте отстраивать вашу высоту базу. Высоту не набираю. Так. Хорошо. Сейчас начну строиться. Хотите вниз?
в принципе, базу я символично поставлю, потому что так таковая база мне, честно говоря, даже не нужна. И их и так могу уничтожить. Да, сэр. Отправлю вертолетик куда-то в ту сторону. Люди этого города очень признательны за гуманитарную помощь. Не за что. А главное вот ебануть, по ним ебануть. По всей силе, строгости. Есть работенка для меня. Сделано в США. Стройся. Стройся, мужик, стройся. Это твоя работа. Строится. Тормозная система на готове. Я на позиции. Так. Сейчас авиаудар будет. С этим покончено. Да, сэр. Так. Я уже на месте. Поиск завершен. Провожу так операцию. Рабов надо уничтожать. Снять его. Отклонюсь от курса. Тормозная система на готове. Отклонюсь от курса. Провожу операцию. Снять его. Так, 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 так. Ебошим, ебошим. Я по всей катушке. Видимость отличная. Воздушное прикрытие обеспечено. Системы управления в норме. Готовимся к вылету! Держим курс! Короче, подтягиваю все силы сюда я. Чё там осталось, я не хочу уничтожить-то. Патрулируем побережье! Тормозная система на готове. Поиск завершён. Так, ребята, отлично. Идем их добивать. Пока что особой никакой сложности нету, это мне нравится, все так. Что у них осталось? Бункеры, шмункеры, да? Так, ребята, вы идите сразу. Уничтожение этого бункера. Вперед! Это будет забавно. Так, хорошо. Здесь команчи. Тоже точка есть. Сбора подтверждена. Точка сбора подтверждена. В принципе, все, нет. Сейчас сохранюсь, пойду на разведку. Может быть, на северном. Да, сэр. Склоне где-то здесь у них. Точку. Остался плацдарм. Курс на новую точку. Все, может быть. Вот оно. Их удаленно уничтожу сейчас я. Ну все. Отлично. Супер. Ну что ж, ребята, это так. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.